Ну, вы знаете, я как раз за то, чтобы были длинные праздники лучше в мае, чем зимой. Ну, потому что, давайте там, у многих действительно дача, у многих картошка, у многих огород. И там и детям отдохнуть, понятно, как более-менее, и к полезному делу их приспособить. Поэтому, в общем, майские праздники меня не так пугают, как зимние. Это что такое за новость? Ну-ка, приходи к нему.